Я потом видео залью, я записывал там. Там видно это все. Сука. Направо, блять. Отвори на заднюю. Сейчас налево. Едь на одном месте, что я разом. А, блять, поворот налево. Я же говорю налево. Сейчас через парк ехать. Говно ему. Ты дальше поворачивай налево. Да ебаное такси, блять, в рот тебя ебал! Сука, хули она там начала, блять, поворачивать? Ты же самый, блядь. Пиздец, блядь, как они меня бесят, эти такси, блядь. Зачем в городах бесить ездить, блядь, нормально? Знаешь, едет нормально, но нахуй помахать. Особенно, когда они, блядь, едут по той полосе, где только прямо имеют право ехать, там прям стрелка это. А и они дома начинают поворачивать с нее, я такой, да... Ты чё, хуели, что ли? Вообще, блядь, кто... Ублюдки! Придумал, блядь. М? Кто, блядь, придумал, нахуй, движение, когда это нет? Вообще... Ебанутые, в крайне. Они реально сами, да, нас запороли, нахуй. Переносили, вернись на месте, на смысл, блядь. Что, сука, самое главное, гонка. Че здесь еще мангана, блядь? Это же только гонки, блядь. В открытый мир. И то в открытом мире вчера, блядь, по невидимой текстуре просто ездил. Я тебе сегодня, кстати, покажу ее, где она находится. Ёб твою, налево. Блядь, такси, сука. И он тоже ебался. Ну, хорошо, что он врезался. Мы две такси врезались, а он в одну выебался, кстати. Ну, если 20 FPS, то чувствуешь, что меньше. Ну, не как раньше, мне там 15-16 FPS были. А лучше мы, сука, не исправили ботов, нахуй, системы, в следующий раз. Они все хуйни. Они же... Я слышу, я охуею, если они вообще об этом даже не знают. Да знают они все, они вообще, по-моему, хуй положили. Ну, пойди, там же на сайте, на по-любому, там, что на форуме писали, говорят, да, конечно. Не все люди, но, знаешь, многие пишут на форумах, а многих там отзывы, да? Вообще не нравится. По-любому всем не нравятся эти боты, блин, которые, блядь, как читеры летят просто там вообще. Мы уже догнать не могли в первые дни. Мы же тоже в первые дни этого, да, узнали уже. Да? Ну, где-то в первые дни, да, когда мы начали игру. Че в первые дни? Ну, вот о ботах этих. Ну, когда мы начали вот эти ПВПшные гонки ездить. Ну, не ПВПшные, то есть, а... Ну, здесь, за день группировки. Ну, в первую неделю там. Блять, ну скоро приедем, нет, реально. 10 точек еще. Я имею в виду ебаный, ну, как там, что мы, кто ты? Нью-Йорк. Нью-Йорк, ну. Да здесь трафик не знаю. Не знаю, я от первого лица все это время еду. А хоть третьего лица. Блять, только разгоняюсь, сейчас отвожу, тут направо поворачиваю. Тормози, тормози, тормози. Все норм? Ну, конечно. Да я слева поеду. Ну. Блять, я поворот налево. Сейчас. Ой, сли за ним сейчас, внимательно. Хоп! Надо. И просто дальше едут, блять, с такой же скоростью. Поехали, поехали, поехали. Все, надо, короче, первое место держать. Ну, а, первые два места. Это будет 7 тучек, блядь, осталось. Сейчас надо вообще чисто ехать прям. Средний там толпу, блядь, не надо. Не ебаться, не ебись, ну. А, этот парк, мы уже подыграть по ним, ехать. Ты чё, блядь? Всё нормально. Да я чё, от первого лица про ничего не видно. Где поворот? Направо, хоть. Блядь, не сзади, давай за мной подержись, я пока без зуб. Блядь, так всё. Да он бесит вообще, когда летят, так... Так, сейчас поворот будет направо. Хорошо, обезжай меня. Только не сбей меня на повороте. Минус. Смотри, восьмой там застрял в текстуре. А, это вот это, кстати, застряло в текстуре, слышь? Алло, как в которая на BMW. Не-е-е. Это на BMW она, я тебе говорю. Алло? Да-да, это она Алиша на BMW. На BMW. Нет, Алиша на... На этом, ну как у тебя? Как это называется? Да не, на Камару. На Камару. На синей машине? Ну, на BMW это. Ава. Которая все в поворот входила. Давай. 4 точки. Что там, Данил? А, это по километру.
Оно где-то просто сейчас идет, да. Сейчас вообще аккуратно давай ехать. Так, надо выровнять. Так, оп. Езжай по правой, я посерединке буду ехать. Да, там езжай. Блять, там ворот направо все. Да все норм. Они там 400 метров от нас. Ну, нагнали. Ну, короче, там текстуры, видать, застряла. Или просто забакланила. 3 километра, но было 6. Ну, значит, она тоже едет там, ну... Как бы мы ей навстречу немножко едем, а она нам... Финиш, финиш, финиш. Бери правую сторону, правую, бери. Может, это далеко, то это разгрузим. Так, тихо, тихо. Все, ботов нет, чисто. Ой, неужели? Фу, жесть. Ужас, блин. Бред, да? Кто-то не летет, я офигею. Ну чё, там лидер гонки 46%. Пиздец, у меня штраф. Смотри, лидер гонки 46%. Может, вот эти вот, они там просто летели так спереди все время. А чё, чё за процент? Чё, ну, бонус? Типа, сколько ты времени ехал, ну, спереди гонки. На первой позиции сколько времени? Нет, что-то нет. Чё, уже.